Приветствую вас. Для начала хочется сказать, что вы задаете свой вопрос в раздел психологии, а не эзотерики. И, соответственно, психологи не помогают вернуть супругов, мужей, жен и так далее. Психолог скорее поможет вам понять, почему произошла такая ситуация, из чего она произошла, что повлияло на нее и вследствие чего ваш мужчина решил от вас уйти. Вот. Психолог поможет вам лучше понять вас, себя, свою роль в том, что произошло. Это да. Это поможет. Тут вам можно помочь. Но психолог не возвращает мужа. Соответственно, смотрите. Если ваш муж попал на развод, значит его, скорее всего, что-то не устраивало. Если ваш муж подал на развод, значит, скорее всего, что-то ему не нравилось. Если ваш муж подал на развод, значит, скорее всего, у него есть какая-то неудовлетворенность, которая никак не реализуется с вами. То есть, с вами он эту потребность не может реализовать. Вы говорите, помогите вернуть мужа, но вопрос, а куда? Вернуть мужа куда? Куда ваш муж вернется? Опять к тому, что его потребности, например, не будут удовлетворяться? Но вы же понимаете, что ваш муж не дурак. И, скорее всего, делать он это не будет. То это не вернется туда, он не вернется туда и к той, кто его не устраивает. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, подумать, как следует. Если вы хотите вернуть своего мужа, это желание, в общем и целом, нормальное, естественное, правильное. Если вы хотите его вернуть, то что вы можете сделать, чтобы он вернулся? Что вы можете ему дать? Какой ему мотив к вам возвращаться? Понимаете? Понимаете, что важно? Какой мотив ему к вам возвращаться? Вот, что важно. Вот, что важнее всего понять именно вам. Понимаете? И проанализировать также еще и свою линию поведения. Свою модель поведения. Свое отношение к мужу вашему. Ведь он же ушел не просто так, правильно? Он же ушел, у него, значит, были какие-то основания для этого. И отчасти, опять же, на это подтолкнули его вы. Вы же, я надеюсь, не будете отрицать того факта, что вы сыграли свою роль в том, что мужчина решил от вас уйти. Вот. Значит, тут нужно анализировать, что вы сделали, почему вы так поступили, и как вы хотели, и чего вы хотели. Ну, именно вы чего хотите от отношений и чего хочет ваш муж от
тех же отношений. Потому что это все нужно ему дать. Если вы не можете ему этого дать, то мужчина с вами не будет. Потому что он любит себя, заботится о себе. Он не может быть с тем, кто его не удовлетворяет. Понимаете? Вот. Поэтому подумайте, пожалуйста, об этом обязательно и постарайтесь сделать выводы. Соответствующие. И если вам понадобится помощь, то обращайтесь с радостью. Вам поможем либо я, либо коллеги. Вот. Обращайтесь в любом случае. Вот. А на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.